Добрый вечер, друзья! Мы сегодня будем с вами рисовать очень интересные техники, вот такую сирень. Чуть-чуть топа добавила, чтобы поблескивала, но, возможно, делать этого не буду, а то теряется все. Ну что, поехали! Так же, как и вчера, по традиции, вот на типсик, на нашу белый фон, это мой гель-лак с компании Dance Legend, беленький, и точно так же добавлю небольшое количество хлопушек. Ну вот, прилипли немножко вот так, ну и хорошо. Хлопушки, конечно, это не обязательная история, но если они есть, то почему бы ими не воспользоваться, да? И для того, чтобы нам порисовать акварелью, также мне нужно покрыть матовым топом. Я также лирой воспользуюсь, матовым топом. Также наш грунтовочный слой. Очень сегодня будет простая работа. Немножко послойная, но очень простая. Каждый справится наверняка. И отправляю сушиться. Тем временем я придумываю себе, где я буду располагать этот дизайн. Ну, уже у меня по диагональчике вы видели, да? Также у нас должен быть воздух, все точно так же. Сейчас вообще идет у нас, ну, по крайней мере, в Воронеже время сирени, поэтому вот захотелось нарисовать пятно. Вот это у нас будет, и немножко веток, листьев, да? То есть сегодня листья, они у нас будут вообще не основные. И беру фиолетовый оттенок, немножко размываю, то есть он у меня такой не самый яркий может быть, и рисую там, где я хочу сделать свои цветочки, веточку, да, гроздь, скажем так. Вот здесь я это и делаю. Заполняю водичкой. Не обязательно что-то там размывать. Просто я сейчас добавлю каких-то пятен. Они тут сами подрастекутся. Вообще вот эти вот техники по-мокрому, они такие прикольные всегда. Так, темновато кое-где выберу. Ну, то есть у нас уже есть какая-то фактурность. Вообще в этой технике можно рисовать не только сирень, но и виноградик. Но это уже на будущее вам. Итак, пока у меня все это дело будет сейчас подсыхать, что я делаю? Я беру на палитру, ставлю капельку топа без липкого слоя. Я свой полишайн блестящий взяла, но это не обязательно. И белый. И смешиваю их. Ну, давайте. Ага, у меня тут надо вовремя ставить, а то у меня тут все слишком быстро под моими лампами полимеризуется. Давайте вот так топик. Беру капельку белого и вмешиваю. То есть мне нужен такой молочный. Если у вас есть молочный топ готовый, можете взять его. Набираю каплю, чтобы вам тоже там видно было. Так, вот на темном, да, капелька у меня. И рисую главный пока цветочек. То есть ставлю четырехлистники у нас всегда. Ну, не всегда, если пятилистники, мы обычно там загадываем желание, да. Стараюсь, чтобы они не слеплялись, эти капельки. Поставила пару капелек, либо на расстоянии еще делаю какие-то капли, либо добавляю, ну, подфиксирую. Вот я сейчас подфиксировала лампы, чтобы они у меня не слиплись. Они не обязательно должны быть там правильной формы. Ну, даже если слиплись, мы их потом немножко разлепим. Буквально по паре секунд фиксирую. Так, это у нас будет такой центральный
больше чуть-чуть вот этот сделаю элемент. И еще, конечно же, нужно дополнить кое-где. Он же не может быть один цветочек. Так, по парочке секунд буквально фиксирую. Где-то не целый лепесток, где-то по одному, по два. То есть, если делать совсем круглые штучки, это будет похоже на виноградик. Но мне нужно сделать, пока тоже, да, похоже на виноградик, но я все-таки из этого буду пытаться делать цветы. Так. Ну, в общем-то, все. Заполнила пространство сейчас и отправляю в лампу на 30 секунд. Тем временем я беру какой-то оттенок, там коричневый, коричнево-зеленый, для веток и для листьев. Тоже это у нас не самые главные элементы, поэтому, ну, как бы большому вниманию прям очень не уделяю. Сейчас это я на палитре там беру коричнево-зеленое что-то. Так. И у нас пойдет какая-то ветка куда-нибудь сюда. Тут у нас будет лист. Ветки, наверное, достаточно. И листочки. Листья гладкие у сиреньки, и они такие с холодненьким немножко под тоном и достаточно широкие, такие как, ну, как на сердечко похожие. Тоже рисую. Обратите внимание, я всегда стараюсь рисовать без всяких там вот этих вот поворотов, разворотов, потому что на клиенте это сделать не очень удобно. Вот эти вот повороты, развороты. Так, здесь у нас снизу как будто. То есть вот эта часть у меня такая более воздушная будет, да? Хорошо. Что мне еще нужно здесь сделать? Ну, конечно же, прожилки. Ну, закончу с листьями, потому что это не самое такое основное. Прожилки просто более либо темно-зеленым я это делаю. То есть практически как мы вчера, можно там одну-две прожилки, не обязательно их там много делать, да? Хорошо. Капельку зеленого мне, конечно же, нужно внести куда-то в фон. Вспоминайте, да? То есть и каплю сиреневого мне тоже нужно будет внести в фон. Давайте сразу. Смотрите, уже, да, у нас получается такая объединенная история. Вчера, которые отработки я от вас получала, хочу сказать, что вы огромные молодцы, что пробуете, рисуете. Из замечаний основных не забывайте, что у нас есть главный элемент, что вот сюда воздушное наше пространство мы можем какое-нибудь там одно-два пятнышка поставить, но не загромождать это пространство, потому что
она иначе начнет перетягивать на себя тоже внимание. Вот, захотелось чуть-чуть в листик. Ну, короче, да, дорабатывать это понятно, что можно бесконечно. Что я делаю дальше? Я беру такой маджентовый оттенок. Фиолетовый, маджентовый. Ну, вот у меня есть фиолетовый, я хочу немножко усложнить, поэтому я беру маджентовый оттенок, достаточно темный, но при этом не совсем сухой. И смотрите, я буду прям вот так вот по нашему дизайну сверху проходиться. Что у меня получается? Топ глянцевый не берет в себя краску, ну, то есть краска остается только по периметру, да, то есть у нас получается новые какие-то оттенки, глубина акварельки, тоже куда-нибудь пару пятнышек добавлю этого всего. Сейчас пока кажется темновато, это ничего страшного. Это мы сейчас делаем такие теневые моменты. И скоро будем уже все это дело высветлять. Практически сейчас после этого. Если что-то где-то не идеально, ничего страшного. Можно взять, конечно, более сухую краску. Вот если что-то у вас там слиплось и вам не нравится, да, какие-то лепестки, мы их можем, ну, как бы немножко разделить. Но опять же, это не обязательно все. Дальше, что я делаю? Я беру наш этот же топ, смешанный с белым. Добавляю еще немножко белого. Так, у меня подсыхает, поэтому, сори, я возьму, раскрою. Потрачу несколько секунд на это. Так, и добавлю каплю еще белого. То есть еще уплотняю. И получается, что я беру небольшую капельку. И с главного нашего вот этого вот элементика. То есть я его как бы высветляю. Высветляю с одной стороны. Видите, появляется такой свет. Высветляю с одной стороны. И точно так же делаю на каких-то других лепестках. Тоже высветляю с какой-то одной стороны. Тоже будет у нас интересный момент по поводу краешков всей этой конструкции. То есть, если вам не нравится именно такая супер четкая форма, как у нас сейчас, а в цветах это, сами понимаете, сложно, хотя у сиреньки там есть что-то такое. Все. И подсушиваю. А дальше я буду работать чисто белым. Если вы рисуете не на белом фоне, то вы берете цвет фона. Потому что я сейчас буду как раз кое-где поправлять фон, ну а беленьким еще высветлять лепесточки кое-где. Подфиксировала. И белым, смотрите, вот набрала маленькую капельку и прям по фону, то что белый достаточно плотный. Если у вас нет такого, ну берите гель-краску. Ставлю кое-где такие точки. Эти точки потом после топа сольются с фоном, их как бы не будет видно, а будет видно только форму нашего цветка. То есть вот таким образом одна из техник, да, когда я, ну, как бы подчищаю немножко нашу форму. Если не знать, что мы так делали потом, да, впоследствии, даже и там не догадаешься. Тоже сейчас прям пару секунд фиксацию делаю. Кисть, на кисть набираю
гель-лаковую, более тонко, то есть у меня уже не капля, а носик как бы протянуло, да. И теперь кое-какие, ну, естественно, с главного элемента нашего, вот этого начинаю, здесь аккуратненько обвожу некоторые цветочки. Это может быть обводка с одной стороны, либо с двух сторон. Вот у нас уже появилось соцветие. Так, на остальных, ну, я же их там точно не дублировала, ну, как бы не определяла, к чему что у нас принадлежит, поэтому это не сильно сейчас имеет значение, но вот кое-где. Главное, у нас вот главный наш такой цветочек выделенный, да. Все, подсушиваю это дело. И мне нужно взять для серединок. То есть, когда мы делаем серединки, точно так же, как вчера, беру желтый, достаточно густенький, и в две точечки буду ставить середки. И так как я возьму этот желтый, мне нужно будет его добавить кое-где и на фон. Так, взяла густенький желтый. И ставлю раз, два, такие, докасываюсь к этим середкам. Фиолетовый вообще, он, ну, если говорить про фиолетовый, он контрастирует хорошо с желтым. В принципе, это комплементарная гармония к желтому, да. И получается, эти желтые штучки выглядят как бы достаточно ярко, где-то там в темноте можно поставить, но сильно не увлекаюсь. Чуть-чуть сбалтываю кисть, ну, чтобы пигмент остался, и кое-где добавляю тоже желтенького на фон. Прям совсем чуточку, чтобы он нам, ну, как бы не загрязнил, да, все-таки фиолетовый у нас главный. Нам нужно дождаться, пока акварелька высохнет, вот эти капли. Они достаточно быстро высыхают на самом деле. Пока я буду ждать, что я хочу сделать? Мне хочется на самом деле немножко природнить листья и ветки. То есть в коричневый, в листья внести прожилочки немножко, чтобы листья были такие вот природненные. Но это тоже не обязательно. Какие-то веточки у нас тут неровные такие сделать. Все. Я думаю, что на данном этапе это все. И теперь нам нужно покрыть топом и объединить. Но, как я уже говорила, прежде чем нам покрыть топом, конечно же, нам нужно взять базу, потому что топ глянцевый, практически всегда он имеет некую кислотность. И эта кислотность может разъедать пигмент. Сейчас будет видно, как у нас это все может быть под глянцевым топом. Я сейчас базу наношу так, чтобы у меня не было какого-то там выравнивания. То есть есть некая фактурка. Ну вот видите, с глянцевым единственный минус, что, конечно, бликует немножко это все в лампе. Не очень есть хорошо. Но, тем не менее, сейчас понятно, что это у нас цветочек, и отправляю в лампу. Понятное дело, что можно играться. Вот мне понравилось, как вчера в отработках девчонки там делали, лепочку добавили, да. То есть все это, конечно же, допустимо, безусловно. Я вот этой предыдущей работе эти глянцевые капельки поставила тоже на сами лепесточки. Здесь не буду, просто как вариант. И покрываю топом матовым. Большой типс, побольше каплю взяла.
когда делаем матовым топом, не делайте выравнивание, не гонитесь за бликами, вы сделаете просто излишнюю толщину. Я вот даже сейчас кончик вот здесь вот подсниму. Но матовый топ после того, как заполимеризуется, все равно у него никаких бликов не будет. Поэтому не стоит этого делать. Ну что, и осталось нам подпилить только торец. Так, несколько секунд. Вот так. Смотрите, у нас покрылось сейчас матовым топом. И все, что было и казалось нам очень темное, все это провалилось. А то, что мы с вами высветляли, это проявилось и создало объем. То есть, как мы можем тоже видеть, вот здесь вот фактурность некая из-за полупрозрачного продукта. Вот. Так что пробуйте, друзья. Дерзайте, жду ваших отработочек. И до завтра.